Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите главный телеканал Грузии «Рустави-2». Мы начинаем передачу по скриптум, а я ведущий этой программы Георгий Габуния. В первую очередь я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, сука ты подзаборная, говно ты собачье, пизда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. Пошел ты в жопу, Володя. Иди нахуй вместе со своими рабами. Ебал я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори. Да пусть горит она в аду вместе с тобой и с твоим отцом. Срать хотел я на вашу могилу. Аминь. Эспоскриптум я, не Георгий Габуниялар.